Виталий опять с вами. Че, попробуем штурмануть протасовку на европейском сервере. Серверочки. Так. Ну, все то же самое, да, европейцы. Протасовка понеслась. Будет ли эпик? Или не будет? Или будет в Дувайла. Блин, бесит все-таки ХС-ка, что-то в последнее время она вообще подтупливает жестко. Непонятно почему. Ой, кошмар. Болею. Горло дерет, все дерет. Разумеется. Да. Сердце демона полное барахло. Полнейшее. Да, да. Станешь. Не сегодня, но станешь. Давай. The Joker. Европейский The Joker. Угу. Что у меня тут секрет за ноль? Не, не секрет за ноль, монетка была и какая-то охотничье барахло. Так, если я сыграю эту херь, интересно, то в принципе тут получается 2. 0-3 умрет, останется 1-1. Но там неизвестно что. Нет, так тут что? Вариант только так. Мечи. Делай ноги. Упс. Фокус-шмокус, ну понятно. Тут заявка на то, что надо переигрывать потасовку, потому что выиграть тут уже нереально. Ну, по курве мы не идем, только если топ-деки будут. Так что думаю, тут будет вдуть. Тут уже вдуть можно. Мы уже вдули, считай. Все, по курве не пошло. Что еще придумать? Сейчас по лицу пройдется 6-3, это 10. Так много вариантов. Просто вообще смысла нету, только 0-3 убивать и все. Терпеть. Давай начнем. Это будет круто. Да. Ну что, наверное, придется переиграть. А может быть и нет. Холодильник пустить в ход. Да, ХС-ка что-то тормозит аж прям. Проц не занят, ничего не занято, но тупит. Очень странно. Угу.
Интересно. Давай начнем. Мне надо решиться. Давай, выставляй 2-2, у меня там есть священный суд. Хорошо, что кошака не убил. Или вот этого чувака не убил. Привет из огромного мира. Привет из огромного мира. Носит в 1 урона всем противникам, всем вашим персонажам, между прочим. Ну это сам, это естественно, что придется этим ходить. Просто жалко. Что жалеть-то? Мы ж выигрывать пытаемся. Что давай? Че ХС-ка так подтупливает? Меня ж это бесит. Каждое движение порождается каким-то подтупливанием. Странным. Странное подтупливание меня бесит. Замешивает выбранное существо противника в его колоду. Это прикольно. Это вообще прикольно. Что-то тут камбэком пахнет. Пахнет камбэком, чуваки. Иван Иванович камбэк. Фамилия такая. Звездопад, это круто. Правда. Блин, вот это, конечно, круто. Во-первых, 6-9. Во-первых, еще чувак. 2-1, еще 2-5. Неплохо сыграно. Это жесть, конечно. Газрила за 7. Какой-то, да. Главное не сдаваться, короче. Короче, главное не сдаваться. Европейцы натянули, как говорится. Рандом выиграл. Чё тут легендарок? Ой, эпик. Даже эпик дали. Эпическая, прям как матерное слово звучит. Ну вот, всем спасибо, 8 минут. Европа. Как пример камбэка. Всем еще раз спасибо, давайте. Не, скорее всего, это видео будет первым. И вы сейчас будете видеть, смотреть на эпическое поражение. А может быть, отдельно сделаю. Наверное, не, лучше два. Два разных видео пойдет.